70-летие отметила заслуженная артистка России, народная артистка Чуваши Любовь Федорова. Почти полвека она служит в Чувашском академическом драмтеатре. За что ее любят зрители и что актриса пожелала себе на юбилей, расскажет Наталья Егорова. Театр – это не просто работа, это родной дом, любовь, жизнь. Сразу после окончания Ленинградского института театра, музыки и кинематографии в 72-м году Любовь Федорова поступила на работу в Чувашскую драму. И уже 49 лет не представляет себя вне стен театра. Роли у Любови Федоровой были разные. Она с легкостью могла воплотить образ Катерины из «Грозы» Островского или сыграть фосфорическую женщину из «Бани» Маяковского. Целая галерея любимых персонажей в исполнении Любови Владимировны есть у зрителей. Пусть сказать, другие артисты тоже не обижаются, мы всех любим. Ну вот ее еще больше уважаем. Очень жизнерадостные. И бывают еще и такие печальные роли, которые вот жизнь вот свою все это показывает. Ну очень красивая артистка. Мы за ее творческой работой следим давно. Нам она очень нравится. Выдающаяся актриса. Немало и среди друзей, верных поклонников творчества, которые не пропускают ни один спектакль Любови Федоровой. Мы на все спектакли, все премьеры посещаем, поддерживаем ее, радуемся ее победой. Ну, естественно, дай Бог ей здоровья еще на долгие годы, чтобы у нее театральная жизнь еще долго жила. Юбилей – это всегда немного с грустью. Позади творческие годы, наполненные разными переживаниями. Каждая роль пропущена через себя. Но другой жизни ей и не нужно. До сегодняшнего дня, до 70 лет я в этом театре работаю. Это тоже большая радость для меня. Надежда еще больше поиграть, работать в этом театре. Это мой дом. На вечере зрители увидели отрывки из уже полюбившихся спектаклей, а во второй части праздничной программы смогли оценить новую постановку с участием Любови Федоровой «Шутки в глухомане» по пьесе Игоря Муренко. Похоже, в коллекции ярких и любимых образов актрисы у поклонников появился еще один – Баба Паша. Наталья Егорова, Алиса Александрова, Семен Антонов. Вести Чувашия.